Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. Водитель, предъявив права, вышел из автомобиля и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Напарник, пытаясь задержать нападавшего, сначала выстрелил в воздух, а затем в пытавшегося убежать злоумышленника и ранил его, сообщает краевое следственное управление. Раненый сотрудник ДПС и водитель находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».